Привет, друзья! Сегодня будем разбирать песню из репертуара Юрия Антонова «Мое богатство» в тональности си минор. Родная тональность до минор. Я сделал тональность на полтона ниже, чтобы было легче играть. Итак, сыграем вступление, куплет, припев, и я подробно все расскажу, как что играть. Приступим. Месяц взошел на трон, правит звездною своей страной. Вспоминаю я, как сладкий сон, такой же вечер, но вдвоем с тобой. Я был словно мальчишка глуп, мне казалось, что схожу с ума от награды твоих нежных губ. От счастья, этим счастьем ты была, ты поскорей мне верни. Счастьем ставшие для нас минуты, без тебя, без твоей любви, мне в целом мире видно нет приюта. Ты поскорей повтори все слова, что мне тогда сказала. Без тебя, без твоей любви, богатства всей земли мне будет мало. Для начала разберем аккорды. Первый аккорд у нас будет в разборе ми минор. Прижимаем четвертую и пятую струну на втором ладу. Басовая струна шестая или четвертая. Будет аккорд ми минор с басовой ноткой ре. Мы ничего не прижимаем, просто играем четвертую басовую открытую. И три нижних перебор. Будет аккорд ми минор с басовой ноткой соль. Прижимаем шестую струну на третьем ладу. Можем первую прижать на третьем. Будет ми минор с басовой ноткой соль диез. Вернее, ми мажор. Прижимаем третью струну на первом ладочке и мизинцем шестую на четвертом. Играет шестая, третья, вторая и первая. Понятно. Дальше аккорды ля, ля мажор. Вторая, третья и четвертая струна на втором ладу прижимается. Басовая нотка пятая, струна открытая. Будет аккорд ля с басовой ноткой до диез. Прижимаем маленький барре, вторая, третья, четвертая струна на втором. И прижимаем пятую струну на четвертом ладу. Понятненько. Дальше будет аккорд ля минор. Первая открытая, вторая на первом ладу, третья, четвертая на втором, басовая, пятая открытая. Дальше аккорды ре, ре мажор, первая, третья струна на втором ладочке и вторая на третьем, басовая, четвертая. Будет ре мажор с басовой ноткой ля, пятая открытая струна. Не четвертую, а пятую играем. Дальше аккорд фа диез минор. Мы его полным можем не брать. Барре. Прижимаем первую, вторую, третью струну на втором ладу и пятую прижимаем на четвертом ладочке. Играем только басовую, третью, вторую и первую. Можем взять барре. Прижимаем полностью барре второй лад и четвертая, пятая струна на четвертом ладу. Понятно, будет фа диез мажор. То же, что мы только что брали, добавляем третью струну на третьем ладу. Басовая шестая струна. Будет фа диез сус 4. Прижимаем третью и пятую струну на четвертом ладу.
басовая шестая, перебор третья, вторая, первая. Дальше аккорд Си минор, барре второй лад, вторая струна на третьем, третья, четвертая на четвертом ладу, басовая пятая струна. Дальше Си минор с басовой ноткой ля. Играем то же, что мы Си минор играли только что, только убираем барре, прижимаем первую струну на втором ладу, играем пятую открытую. Есть следующий соль мажор. Первая шестая на третьем ладу, пятая на втором, шестая басовая, третья, вторая, первая, перебор. Есть. И будет соль диез дим. Прижимаем мизинец, первая струна на четвертом, безымянный третья на четвертом, средним пальцем вторую на третьем и четвертую указательным на третьем ладочке. Басовая четвертая. Вот такие аккорды. Давайте разберем перебор. Играем бас 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Вот так. Вот если играет у нас один такт, аккорд, мы играем так. Если мы быстро играем, переставляем по полтакта аккорды, мы играем просто бас 3, 2, 1. Понятно. И давайте разберем вступление, что я играл, аккомпанемент. Играем ми минор, четвертая басовая струна. Дальше. Отпускаем, играем басовую нотку ре. Потом играем ля мажор с басовой ноткой до диез. Играем бас. Третья. Отпускаем открытый бас, пятая. Снова третья. Все через третью струну. Дальше прижимаем маленький барре, чтобы у нас прижалась пятая на втором и третья. Бас играет у нас открытая, второй лад и четвертый. Еще раз. Ре мажор. Фа диез. Ну вот, во вступлении все аккорды вроде бы и понятны. Давайте покажу соло, какое игралось. Играем вторая струна. Восьмой лад, седьмой, играем хаммер пул, седьмой, восьмой лад. Дальше третья струна на девятом ладу, снова вторая, семь, восемь, и на третью идем. Дальше. Играет третья струна 6, 7, 9. Дальше. Вторая струна 7 лад. И 5 лад. Дальше снова хаммер пул. Третья струна 7. И на первую струну 7 лад. Дальше. Вторая 7. Пятый лад, вторая. Снова 5-7, вторая.
И третья, она четвертый лад. Дальше. Играет первая струна 10, 9, 7. Дальше вторая струна 10, 8, 6. Потом четвертая струна 9, третья 7, третья 9 лад и вторая на 7. Снова через третью. Вторая. Играем седьмой, десятый, снова седьмой, третья. И третья играет 7, 9 и четвертая на 9 лад. Давайте сыграем все медленно с самого начала. Вот такое вступление. Если вам захочется сыграть вместе с напарником на двух гитарах, будет как раз то, что нужно. Итак, пробуйте, у вас, конечно, все получится. Всем желаю успехов. Пока.